Вот. Здесь, кстати, можно снять их с маленькую эксклюзивную методику издалека. Пойдете? Давайте. Это барракамера. Это барракамера. Вот наши коллеги из Центра спортивной медицины, которые работают вместе с нами. Родите, посмотрите. То есть, а там внутри кто? А внутри пациент. Пациент. Да, он получает лечение. Дело в том, что во многих исследованиях, вот последние, которые вышли, да, в мире, как раз делается акцент на то, что норма хронической оксигенации, она дает свой положительный эффект. Мы достаточно быстро, поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд по Российской Федерации. Вот. Поэтому мы эту методику в течение 2 дней буквально с момента того, как были опубликованы эти данные, мы внедрили, и уже первый пациент получает это лечение в полном объеме. Я не очень понимаю, просто... Доказана клиническая эффективность. По сути, мы насыщаем кислород кровью. Его можно насытить через маску, его можно насытить, когда пациент интубирован искусственной вентиляцией легких, то, что вы видели. А можно это сделать в барокамере. Барокамера бывает нескольких видов. В данном случае это норма барическая, да, барокамера, которая как раз дает тот самый эффект. Это лучше проникновение, лучше газообмен. Это для тех, кто в легком пока. Это для тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести. Это пациенты из клинических отделений, которые приезжают сюда, получают лечение и возвращаются к себе.